Этот казахский танец называется «Дайдедаум». Его ансамбль «Шалпы» исполнял на международном конкурсе «Бозторгай», который прошел в Алмате. Мастерство и талант сделали свое дело, и они завоевали второе место. Во втором туре танцовщицы также выступили не менее ярко. Поразили членов жюри зажигательным мексиканским танцем. Всего в международном конкурсе «Бозторгай» приняли участие больше 20 команд из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. По словам руководителя ансамбля, несмотря на то, что темиртаусцы были здесь дебютантами, они заняли второе место. К этому конкурсу девочки готовились очень долго. В целом конкурс понравился девочкам. Организаторская часть конкурса тоже очень хорошая была. Дальше планируем еще покорять Казахстан, ездить по всему Казахстану, да и если получится, поедем уже за границы. После приезда с Алматы 6 июня танцовщицы приняли участие в еще одном международном конкурсе «Рух», который в Караганде организовала партия «Нуратан». Помимо старшего состава, в нем участвовал и младший коллектив ансамбля, который также исполнил два танца. Темиртаусцы завоевали первое место. По окончанию обоих конкурсов ансамблю «Шалпы» были вручены дипломы первой и второй степеней, а также памятные призы.